для вас что значит семья? Для меня семья, в первую очередь, мои родители, которые меня воспитали, дали мне путевку в жизнь. Это когда твой любимый человек, который ты понимаешь от и до, и он живет для тебя, а ты живешь для него и для детей. Семья, ну, это взаимопонимание, взаимоуважение, любовь к детям, к родителям. У меня муж, двое детей, родители, ну, в принципе, все. Двое детей, конечно, должно быть, потому что это в будущем же родственные же души. Ну, куда пойдешь один, правильно? Они дружат с детства, они друг друга любят. Это тоже основа того, что в будущем у них тоже будут хорошие семьи. Ведь все же идет из детства. Семья для жизни, особенно женщины, это самое главное в жизни. Она как мозг и шея, которая, в общем-то, руководит. А ты решаешь все проблемы, которые возникают, которые жену интересуют и волнуют. Мы понимаем друг друга и слышим друг друга. Ну, когда какие-то проблемы, мы решаем их вместе. В чем вот ценность семьи? О, в том, чтобы любить друг друга. Вот и самое ценное. И дети, чтобы были счастливыми, главное. Семья – это классно. Почему? Смысл жизни в семье. Смотрю. Вернее, смотрела уже все в прошлом на своих родителей. Их были семеро сестер и братьев. И они были очень дружны, очень теплы и заботливы по отношению друг к другу. Лично у моих родителей и у родителей мужа у нас было четверо детей, а у мужа было трое. У них вот все братья. А у нас вот четыре девчонки было. Стараюсь не ссориться с женой и любить своих детей. Ну, во-первых, чтобы семья была дружная, родители должны быть вместе, в первую очередь. Вот. Ну, так у меня на самом деле и есть. Плюс еще у меня отличная бабушка с дедушкой, которые вот недавно отметили золотую свадьбу. 55 лет. А молодым семьям какой дадите совет? Молодым семьям. Любите друг друга, уважайте друг друга, потому что только... Им всегда, где бы они ни были, им все равно захочется вернуться домой именно в свою семью. И вы знаете, что их там ждут, любят и верят в них. Какую свою будущую семью видите? Ну, я думаю, всегда молодой человек или девушка, она или он проецирует как бы себя, глядя на своих родителей. И очень часто так получается, что какая семья как бы у них, у их родителей, такая, наверное, будет и у сына там или дочери в будущем.